И всем привет, с вами я Город 2001, и это, так сказать, видео из разряда Город Майнкрафта, да. Как вы заметили, у меня появилось новое название, ну, для видео про Якуанск. Вы заметили, по надписи, типа, Город Майнкрафта, Якуанск, и дальше название объекта, который я сделал. В общем, суть сейчас не об этом, в общем, сегодняшняя... Обновление, которое сейчас в Яконске появилось, это в том, что я сейчас начну развивать район курорта Водолей. То есть сегодняшнее обновление, то у нас такой мотель солнца и автошкола драйв. Давайте начнем с мотеля. Мотель это типа тоже отель, только вот. В основном их модели делают в основном их типа на трассах, типа на километре, на какой-то трассе, но суть не в этом. Ну, там просто есть возможность типа сделать небольшую остановочку. То есть на день-два, то есть на одну ночь примерно. Так, я стул убрал, так что. Так, вот, мотель солнца находится рядом с прачечной на то есть строители. Так, тут у нас заказ. Так, тут у нас крышка стоят, тут у нас сиденья. Мы договариваемся с консьержем, то есть мы заказываем какой-то номер в мотеле на какое-то время. То есть нам предоставляют это право, то есть дают. Мы получаем номер в мотеле. Так, вот первый номер. Воу. Так вот, баксов бывает. Ладно. Тут у нас вот две кровати, то есть большой сундук, верстак, печка, холодильник, телек такой вот. Такой с тумбочкой. Номера вот в мотеле все одинаковые, потом смотреть не вижу смысла. Второе обновление, у нас такая автошкола Драйв, находится по адресу улица Строитель 3, рядом с таксопарком, такси Космос. Ну давайте, собственно, посмотрим на автошколу. Так, тут у нас такой вот коридор, тут у нас туалет. Я забыл, кто проходил. Так, тут у нас комната, где мы сдаем экзамен. По правилам дорожного движения. Тут у нас кабинет директора автошколы. То есть мы записываемся на учебу в получить водительский. Ну и такой вот небольшой класс, и он. Где мы, можно сказать, пишем теорию, то есть конспекты и все такое. Только вот доска из лаймовых флагов. То есть три лаймовых флага, вот такая вот доска. И дальше у нас такая небольшая под площадь, там где у нас стоит машина учебки. То есть мы проходим большое учение, то есть учебка выезжает, то есть за пределы автошколы, и дальше по вот, запланированному маршруту. То есть едем, типа, например, налево, то есть прямо, то есть нужно тест доехать до какой-либо точки, а потом вернуться на автошколу. Так, напомню, автошкола называется Драйв, то есть главное дело, как сказать, первая автошкола появилась по адресу улица Строитель, дом 3. Вторую же сделал на улице Зюганова, рядом с детским садом и кинотеатром. Вот видно вот здесь вот. Ну и, собственно, небольшая изюминка сети автошколы под названием Драйв.
логотип, то есть, типа, машинка вот такая вот. Типа такая вот, как это называем, эмблема. Автопарк, автошкола, в смысле. Ну и, собственно, сегодня в этом выпуске все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и, собственно, если хотите поделиться, можете поделиться видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр и всем пока.